Всем добрый день. Получила заказ по седьмому каталогу. Также белье фларанж получила. Обязательно покажу вам. И вот у нас тоже коллекция из хлопка. Спортивный топ ко мне пришел. Обязательно тоже покажу и расскажу, соответствует ли размеру. В этот раз я фларанж заказала. Вообще мой размер 80B. Вот. А здесь я заказала 80C себе. Померим, посмотрим. Мне посоветовали просто девчонки взять вот этот размер. У меня широкая грудь, и получается, чтобы вот здесь косточки не впивались, вот порекомендовали взять эту чашечку. Посмотрим, померим. Также получила новиночки. Маска Detox 3 в 1. Ее можно использовать как гель для умывания, как гамаш и как маску. 2-3 раза в неделю рекомендуется использовать. Сейчас тоже с вами откроем и посмотрим. Не содержит вот эта линеечка полностью, кстати, вся упаковка, она биоразлагаемая, вот, и не содержит ни силиконов, ни парабенов, то есть позиционируется у нас как натуральная косметика, 99,4 натуральных, по крайней мере, ингредиентов в составе. Вот, дальше, и также из новиночек получила вот такой скраб-праймер, кокосовый, пахнет очень вкусно, бережно и эффективно отшелушивает кожу, делает ее мягкой. Способ нанесения мне понравился. Можно с гелем просто, либо с пенкой использовать его. Тоже обязательно с вами посмотрим. Также ISEUL линейку заказала. Пенка обалденная. Вообще самая вкусная, самая классная пенка. Это вот именно для умывания ISEUL. Мне больше всего нравится. Во-первых, она экономно тоже расходуется. У нас все пенки экономно расходуются. Надолго их хватает. Месяца на 3-4 как минимум. Вот, и вся линейка, она направлена на питание нашей кожи микро-макроэлементами, там ценнейшие ингредиенты в состав входят, и плюс борьба с пигментацией, также с морщинками, и очень классно увлажняет кожу. Вот такой эффект чок-чок, вот это витаминный тоник для лица, его можно либо распылять как прямо на кожу, также прямо на лицо, на ватный диск. И вот активный крем для лица, он универсальный, то есть его можно использовать как днем, так и вечером. Классный очень крем, люблю. Сейчас у меня из этой же линейки дома гидрофильное масло, скатка, гель-скатка и ночная масочка. Вот с удовольствием пользуюсь. Это я уже не первый раз вот этот набор заказываю, много-много раз. Для моей жирной комбинированной кожи прям идеально, особенно еще если пигментация есть, а меня солнышко очень любит, поэтому вот прям люблю эту линейку. Также, что у меня тут пришло, салфетки, очень сейчас актуально для тех, кто носит, допустим, обувь с белой подошвой. Пришел, сразу протер, либо, допустим, где-то заморал, удобно носить в сумочке и вот ухаживать за обувью. Карандаши у нас пятновыводители, которые справляются со множеством пятен, по крайней мере, 94% из всех пятен, которые есть вообще на земле, плюс жвачка, то есть вот 199 рублей, хватает его на 2-3 года, может и больше, смотря как будете использовать, шикарный такой вот карандаш по 199 рублей сейчас. Таблетки для посудомоечных машин, все в одном, сейчас со скидкой, очень классно, они всего 599 рублей. Прошу прощения, 449 рублей у них цена. Здесь 20 таблеток, они без запаха, без фосфатов и отдушек. Я их разламываю, даже бывает пополам, если у меня машинка полностью не загружена. Очень удобно, универсальный и не требует никаких дополнительных солей и ополаскивателей. Вот, пожалуйста, отлично справляются с загрязнениями. 20 таблеток и цена у них очень даже хорошая. Дальше пятновыводитель, можно самостоятельно использовать, можно добавлять к нашему стиральному порошку, внутримерная ложечка, вот, и застарелыми пятнами спокойно справляется, то есть вот такой помощник надежный, себе заказала. Вот это средство, оно для свежих пятен, вот, пятно посадили, сразу нанесли, если нужно, тут же, допустим, почистили салфеткой, если, например, вещь требует застирывания, главное обработать сейчас, а потом можно постирать через 2-3 дня, там оно отстирается, все, главное обработать. Мыло для кухни, устраняющее запахи, хватает на 300 применений, очень хорошо увлажняет, то есть не сушит кожу рук, подходит для пластиковой посуды, устраняет запахи от рыбы, лука, чеснока, бензина и так далее. Очень удобно, разные ароматы, вкусы у нас есть. Вот, также концентрированный гель для мытья посуды пришел,
вот с лесной малины, с натуральным ингредиентом. Я мою овощи, фрукты, замачиваю и развожу 1:4. Очень выгодная экономия получается. Дальше концентрированный стиральный порошок. Он у нас без фосфатов. Этот порошок идет без запаха, что мне очень нравится. Можно использовать кондиционер, вот что я и делаю, да, который мне нравится. Вот. Он концентрированный. Достаточно 1 столовой ложки на стиральную машинку. Загрузка 5 кг. Есть к нему ложечка. Вот. Он продлевает срок службы нашей техники и полностью вымывается из ткани, не вызывая аллергию, тем самым раздражение на коже. Ну что, будем открывать. А, кстати, крышечка тоже пришла. 3 в 1. Это у меня заказали девочки. Вот. Универсальная под здесь на 18, 20 и 22 сантиметра. Подходит на разную посуду абсолютно. Здесь стекло жаростойкое. Можно даже использовать в духовом шкафу. Ну и ручка пластиковая, что не позволяет обжечься. Так, ну что, открываем и смотрим новиночки. Так, ну что, давайте откроем с вами и посмотрим. Что это такое? Кокосовый скраб праймер, натуральный скраб праймер для лица на основе крахмала тапиоки и пудры из абрикосовых косточек. Вкусно так пахнет, бережно, эффективно отшелушивает, отлично подготавливает кожу нанесения макияжа, делает ее мягкой. Так, нанести небольшое количество скраба на влажную кожу лица, помассировать, смойте теплой водой. Отлично подходит для очищения кожи перед нанесением макияжа. Так, ну давайте, смотрите, какая она, как, ну как вкусно пахнет, обалденно. Как сухое молоко, знаете. Ну вот, водичка нужна. Сейчас попробую водичку нанести. Ну, такое деликатное очищение. Ну, в общем, попробуем. Пахнет обалденно. Можно добавлять, кстати, гель для умывания, либо пенки. У меня, кстати, сейчас микробиомика гель для умывания. Буду пробовать вместе с этим скрабиком. Можно каждый день, думаю, им пользоваться. Так, вот такая новиночка. 66-46 артикул. И еще новинку получила. Green Karma. Это на основе масел конопли. Ценнейший источник омеги. Можно использовать как маску, как гамаш и как гель для умывания. Вот такой 3 в 1. Вот у меня от скраба еще осталось. Ну, как интересно пахнет. Такой, знаете, чем пахнет? Это даже что-то хвойное, лесное. Ой, приятно. В общем, глубоко очищает. Давайте посмотрим, что тут заявлено. Так, натуральная косметика на основе масла конопли. Создана с заботой о коже. Так. Эффективно разглаживает мелкие морщинки, глубоко увлажняет кожу. Подходит для борьбы с уже имеющимися признаками старения, для профилактики их появления. Белая глина в составе уменьшает жирный блеск, очищает и сужает поры. Биосахарид в составе оказывает активное восстанавливающее, увлажняющее и омолаживающее действие. И витамин Е, натуральный антиоксидант, предотвращает окисление липидов в коже. Вот такая интересная новиночка. Здесь, кстати, инструкция, как можно использовать, указана на коробочке. Вот. Будем пользоваться, девочки. Обязательно расскажу свои ощущения в следующих обзорах. Ну и белье. Напоминаю, что можно заказать, примерить. И то, что вам подошло и понравилось, вы можете выкупить. А что не подошло, вернуть. Так, это у нас Наден 80C. Разработано в Швейцарии. Здесь логотип Флоранж. Так. 2 крючочка. Такой красивый, да? Ну, к ним комплект я взяла трусики из другой. Изольда. Тоже девчонки порекомендовали в чате. Вот они вот такие. Беленькие. Здесь вот такая резиночка. Я думаю, она даже ее еле будет заметна под одеждой. Вот, размер М-ку заказала. Померю обязательно.
И заказала еще из коллекции все из хлопка. Вот такой себе спортивный топ. Его можно просто отдельно самостоятельно носить, можно под одеждой, в таком бежевом цвете. Артикул у него, 920-609. В общем, тоже померю на свой размер 80B. И тоже с вами поделюсь в конце обзора. Такая резиночка. Здесь нерегулируемые лямочки. Такая маечка. А, L-ка, это размер L-ка. Это у меня трусики М-ка заказала я из Ольда. Вот, ну что, будем примерять? Ну что, померила я, мне все подошло. Этот комплект я оставляю. Комплект получается бюстгальтер Надия и Изольда. А низ вот такой красивый. Мне все идеально подошло. Цвет белоснежный, очень красивый. И смотрится, конечно, сексуально и шикарно. Особенно, думаю, на загорелом теле будет обалденно смотреться. Вот такой прекрасный комплект. Артикул я вам сейчас подскажу. У Надия 503-768. Так, у бралет. Так, бежевый цвет. Артикул я вам уже говорила. 920-609. И у Изольды трусики слипа 503-843. Девочки, ну шикарный комплект, правда. И мне, у меня получается объем под грудью идет 78, а здесь у меня по груди идет 96-95 сантиметров. То есть вот он мне подошел. И вот здесь ничего не впивается, то есть сел идеально. Вот, ну и трусики тоже. Поэтому прям рекомендую. Шикарный вообще комплект. Вот, можете заказать разные комплекты, разные размеры, прийти, померить и выкупить то, что вам подошло. Повторюсь, обязательно померьте. И если вы не зарегистрированы, зарегистрируйтесь, ссылочку оставлю под видео, будет 20% скидка на белье. Если же у вас будет первый заказ на 50 баллов, ну или вы консультант уже зарегистрирован, у вас 50 баллов будет в этом каталоге, он заканчивается у нас 5 июня, то 6 июня вы уже можете нижнее белье заказать с 30% скидкой. Очень крутая акция, ни один магазин вам такой скидки не предложит, поэтому обязательно пользуйтесь всеми привилегиями, проверяйте свои баллы перед тем, как утвердить. Бывает такое, что смотришь, у человека 49,5 баллов, ну полбалла там не добрали, или 48, правда, обидно. А та же самая скидка 26% вот на остальное, на все, например, то есть если вы делаете 50 баллов, на следующий каталог у вас уже не 20% скидка, а 26%, то есть она уже тем самым компенсирует доставку, поэтому всегда обращайте внимание на количество баллов, на которые делаете заказы. Поэтому всем желаю приятных, а также выгодных покупок. Пока-пока. Вот, девочки, хочу вам показать. У меня 30% на нижнее белье. А стоимость у него 2599, допустим, у бюстгальтера, а мне достался за 1819, то есть минус 30%, это 780 рублей скидка. И на трусики слипы получается 1199, а мне досталось 839, то есть 360 рублей скидка. Ну какой магазин предложит? А получается 3798, грубо говоря, 3800, а я за 2658 его купила, этот комплект. Очень шикарная скидочка. Если вы VIP, здесь уже другие скидки. Вот, допустим, тот же самый крем, он там 1000 стоит, да, а я его за 390 рублей взяла. То есть очень много привилегий, поэтому если вы еще о них не знаете, спрашивайте, я обязательно расскажу.